На территории Сочи продолжается ежегодная всероссийская благотворительная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». И сегодня правоохранители патрулировали город вместе с главным зимним волшебником. Инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали автомобили, в которых находились дети, а полицейский Дед Мороз поздравлял ребят с наступающим Новым годом. Юные пассажиры читали дедушке стихи, а тот, в свою очередь, вручал им сладкие подарки и раскраски на правоохранительную тематику. И что? Вы не ожидали, что Деда Мороза на дороге встретите? Вот такой тебе новогодний подарок. Счастье мое хорошее. Слушайся маму, занимайся спортом. Удачи с Новым годом. Пристегиваемся обязательно. Рукна невиданных дорог, и следы невиданных зверей. Избушка там на поле в том, что стоит без окон, без дверей. Вот молодец. Ты моя внучка. Она специально, да, скажи, для же, Дедушки Мороза если учила. Если ты такая, вот такая послушная у родителей была, да еще и вообще умница, красавица, вот тебе раскрасочка. От такого сюрприза в восторге были не только дети, но и родители. Полицейского Дед Мороза можно встретить на дорогах Сочи вплоть до 15 января.